Накануне состоялась встреча руководителей ТОС микрорайона Западный и специалистов Мунконтроля. Обе стороны сошлись во мнении, что надо принимать самые жесткие меры в отношении нелегального бизнеса. И боремся по сей день, вот наша любимая родина, где товарищи оказывают услуги проката. Гироскутеры, машинки, которые пока мы боремся, пишем каждый день на них протоколы, у них там уже баснословные суммы долга. Сегодня административный штраф за несанкционированную торговлю составляет 4000 рублей. Для юридических лиц – 30 тысяч. За рецидив сумма увеличивается почти вдвое.